Сделайте так, и будет вам счастье, очень вкусное. Берем 3, обязательно мерзлых скумбрии, замороженные. Чуть-чуть только можно дать оттаять. Вычищаем с них внутренности и нарезаем вот такими кусочками. Так, далее сложили в мисочку. Добавляем сюда чайную ложку сахара, столовую ложку соли с горкой, можно чуть больше. Посыпаем. Дальше берем 4 столовых ложки уксуса. Сюда же. Дальше 5 столовых ложек подсолнечного масла. Сюда же. Сюда же добавляем перец черный, душистый, лавровый лист. Сюда. Сюда же 3 луковицы больших и 4-5 зубчиков чеснока. Самый главный ингредиент в этом рецепте – это чеснок. Без него получается не то. С ним совсем другой рецепт, совсем другой вкус. Перемешиваем. В итоге у нас получается вот такая красота, вот, и которую мы ставим на сутки в холодильник. Все, через сутки берем, употребляем. Будет очень вкусно и хорошо.